по инициативе Оргкомитета «Наша победа» Минцифры России совместно с правительством Самарской области и перевозчиками такси запустила программу бесплатных поездок для ветеранов Великой Отечественной войны, говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Программа будет действовать до конца 2022 года. Воспользоваться такси можно на территории городских округов Самары и Тольятти, вне зависимости от целей поездки. В рамках программы ветерану предоставляется возможность до конца этого года совершить поездки на общую сумму до 3000 рублей. В телеграм-канале Куйбышевского района сообщают, что в 63-м регионе продолжает свою работу региональный центр «Мой дом». 28 июля в 18 часов в общественной приемной администрации Куйбышевского района по адресу Зеленая 14А состоится семинар для активистов и председателей советов МКД и компетентных специалистов. К участию приглашаются все желающие. Без сопровождения родителей или опекунов ребенок может самостоятельно посещать врачей, если ему исполнилось 15 лет, информируют в телеграм-канале Советского района. Подросток имеет право оформлять согласие на медицинское вмешательство или отказ от него, получать информацию о состоянии своего здоровья. Также с 2020 года родители или опекуны могут без согласия подростка до 18 лет получить информацию о его здоровье, анализах и врачебных манипуляциях. Прием детей до 15 лет возможен только в присутствии одного из родителей или законного представителя. В телеграм-канале промышленного района призывают самарцев соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу и на дачных участках. При возгорании нужно немедленно принять меры и попытаться ликвидировать огонь. По возможности отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью и сообщить о пожаре по номеру круглосуточной горячей линии. Также при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 и 01.